Трехцветная кошечка Пуся за свои 1,5 года претерпела немало трудностей и боли. Пуся прибилась на огородный участок с сильной раной задней лапы, открытым переломом. Кошка попала в руки волонтеров. Они объявили денежный сбор на лечение животного и отвезли Пусю в Арзамас на операцию. Кошке поставили в лапку спицу, и теперь она живет полноценной жизнью. Она еще не стерилизована, но это буквально вопрос 1-2 недель, поэтому ее можно спокойно бронировать, прийти с ней познакомиться и уже потом забрать домой. Она невероятно ласковая. Она очень умная кошечка, спокойная. То есть вот она будет идеально вести себя дома, не будет там драть обои, диваны, скакать по занавескам, потому что она очень спокойная. При том, что Пуся пережила непростые времена и болезненный послеоперационный период, она не проявляет агрессии, любит играть с детьми и ласкаться. У кошки осталась небольшая хромота, но она ей не мешает и почти незаметна. Специализированного ухода за ней не требуется, но нужно периодически показывать Пусю ветеринару. Еще один герой нашей рубрики – кот Бром. Этот котик потерял в ходе инфекции оба глаза. И, естественно, на улице он выжить не смог. Поэтому я его отловила, забрала, его сразу прокастрировали, обработали глаза. Где-то месяц он был на лечении на антибиотиках. Потом год прожил у меня на квартирной передержке. Этим летом Бром переехал в приют. Из-за слепоты котик пугается незнакомых людей и убегает в безопасное место. К вольеру и другим его обитателям он привык, поэтому ориентируется хорошо. Но если взять его в семью, нужно будет запастись терпением. Если он поедет кому-то домой, конечно, период адаптации, скорее всего, будет долгий, но котик того стоит, он прям чудо. Но он немножко недоверчивый, к сожалению, с тяжелой судьбой, ему приходилось выживать на улице. Доверия к людям, к сожалению, нет. Любящие человеческие руки могут сотворить чудеса. Один из пушистых питомцев приюта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать котика и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.